Лиса и тетерев. Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: «Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек. Как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать». «Спасибо на добро слове», — сказал тетерев. Лисица притворилась, что не раз слышала, и говорит: «Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышала». Тетерев сказал: «Боюсь я сходить на траву, нам, птицам, опасно ходить по земле». «Или ты меня боишься?» — сказала лиса лисица. «Нет, тебя я так других зверей боюсь», — сказал тетерев. «Всякие звери бывают». «Нет, тетеревочек мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают». «Вот это хорошо», — сказал тетерев. «А то вот собаки бегут, кабы по старому тебе бы уходить надо. А теперь тебе бояться нечего». Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела побежать. «Куда ж ты, — сказал тетерев, — ведь нынче указ собаки нет тронут». «А кто их знает? — сказала лисица. Может, они указа не слыхали?» И убежали.